Что может быть радостней и лучше того времени, когда мы можем собраться вместе, прославить нашего Господа среди единомышленников, да? Я думаю, что, наверное, не у многих в их парадном есть люди, которые вас утром встречают и могут сказать «Слава Богу!» Немного, правда? Есть, есть. У меня тоже есть, но немного. Откровенно, не все. У некоторых только хватает, что сказать «Здравствуйте» или «Доброе утро». У нас так парадные все приветливые, здороваются, если встречают, или в течение дня все, ну, лицо друг знают. Но мало кто может сказать «Слава Богу». Есть у меня тоже соседи, которые тоже меня видят и говорят «Слава Богу, пастор», это уже «Слава Господу». Ну, такое дело. Но когда мы собираемся здесь, послушайте, все... Когда мы говорим «Слава Богу», и рядом кто-то действительно «Слава Господу», вот здесь мы находим такое единство, да? И в этом на самом деле благословение, потому что Бог нас собирает как единомышленников, и у нас сегодня здесь одна цель – это прославить Бога, учиться с Его Слова, черпать для себя благодать, черпать для себя обновление, и мы в этом едины. И слава Богу, мало сегодня мест, где люди объединяются в таких светлых целях, таких светлых, хороших, таких, в таком движении. Что есть люди, знаете, от самого начала, наверное, от Бытия 11 главы, книга, которая описывает историю о строительстве Вавилонской башни. Люди объединились, и у них была цель сильная, они были сильно мотивированы, они двигались к этой цели, но это была неправильная цель. И Бог посетил, знаете, вот Бог посетил и разрушил. И знаете, вот самое страшное, когда ты строишь, 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 а потом кто-то приходит, и это разрушил до самого основания. И я уверен в том, что то, что мы делаем всякий раз, когда мы приходим, когда мы поклоняемся, когда мы служим, это наше строительство. Знаете, я привел бы такой образ. Всякий раз, когда мы приходим с таким невидимым духовным кирпичиком, камешком. И вот каждое служение пришли, если мы открыты, если мы искренне, если мы участвуем в этом, потому что не всегда, когда мы приходим на эти служения, мы можем участвовать в этом. То есть временами мы находим, мы насколько за неделю, может, осуетились, насколько находимся в проблеме, и временами, как броненосец Потемкин, попадаем на эти служения, то, что мы делаем, мы стреляем в разные стороны. О, они смеются, радуются, Бог, а почему это со мной? И там, мы находим море разных причин для того, чтобы стрельнуть в чью-то сторону или стрельнуть в кого-то, даже в сторону Бога стрельнуть. Но... Когда мы приходим искренне, когда мы служим, знаете, это как мы закладываем духовный кирпичик. И вот в каждое служение, всякий раз, когда мы приходим не с пустыми руками. Мы кладем этот кирпич, и со временем, знаете, эта духовная стена, она начинает возрастать, 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 возрастать. Почему? Потому что наше каждое служение, оно не оставляет нас такими, как мы есть. Всякий раз, когда мы приходим, приходит какое-то слово, приходит какая-то благодать, что-то внутри нас происходит. Мы меняемся. Не все, но некоторые есть, те, кто меняются. Я как раз говорю за ту людей, которые искренне относятся к тому, в чем они участвуют. Очень важно, очень важно. Знаете, я недавно встретил одного человека, он говорит, у вас так в церкви так долго поклоняются, так поют Богу. И... Да. Но я всегда хочу сказать, мы мало этого делаем. Мало. Мне хочется всегда, чтобы было больше. Я как-то с женой даже делился таким, говорю, ты знаешь, у меня такое вот есть желание, чтобы, может, когда-то сделали вообще служение поклонения и прославления. Вот просто раствориться, забыться, вот просто славословить. Она говорит, ну ты знаешь, лучше это сделать, когда это будет по откровению, вот по водительству. Я говорю, вот здесь ты права, я с тобой согласен. И я верю, что, знаете, вот дух поклонника, он нуждается в том, чтобы его развивать. Нельзя, чтобы оставаться на одном месте. Я знаю, что есть церкви, где любят псалмы, где любят гимны, и гимн спели, он как-то имеет начало, имеет конец, и очень быстро раз это завершается. Но вы знаете, я верю, что мы как церковь имеем откровение о самом поклонении.
И поклонение – это то, в чем мы должны развиваться. И когда ты развиваешься, когда ты развиваешься в отношениях в отношении с Богом, вот это во время нашего поклонения Ему. То есть есть невидимые связи, есть невидимые для человеческих глаз связи, контакт, который происходит, когда ты поклоняешься, когда ты останавливаешься в этом развитии. Вы можете сами потом посмотреть даже на свое сердце. То, что происходит, становишься таким маленьким озерцом, маленьким ручейком, даже маленькой такой струйкой, которая периодически даже пересыхает. То есть уходит даже духовная жизнь. Это не мое, не только одного мое переживание. Многих служителей, которые жили до нас и в предыдущих столетиях, которые служили Богу, они тоже на это обратили внимание, что как только уходит это страстное желание поклонения Богу, внутри нас приходит эта засуха. Мы засыхаем. Мы становимся этими черствыми, такими сухарями. Но я верю, что... Вот есть один такой хороший образ, который оставил нам Ветхий Завет. В скинии, в храме, где поклонялись Богу, были определенные вещи. И вот один из атрибутов поклонения Богу – это был хлеб, который приносили священники. И обязанность у священников была, заключалась в том, чтобы этот хлеб, он всегда был свежим и, мало того, теплым. Это хороший образ сегодня для нас. Вот наших отношений с Богом, они всегда должны быть свежие, они всегда должны быть теплыми. Вот свежими и теплыми. Потому что как только происходит вот это остывание, приходит в нашу жизнь, приходит на самом деле духовная проблема. Поэтому никогда не согласись со своей плотью, я даже не говорю за дьявола, не согласись со своей плотью, что поклонение... Молитвы много в Доме Божьем. В Доме Божьем никогда не может быть молитвы и поклонения много. Ее только может быть мало. Даже сам Иисус сказал, мой дом, домом молитвы наречется. Поэтому для меня это удивительно, когда люди уворачиваются, уходят от молитвы, уходят от поклонения. О, я приду послушать слово, я больше для себя получаю. Послушайте, это иллюзия, это обман. Мы больше получаем, когда наши сердца открыты в сторону Бога. Мы больше получаем. Поэтому некоторые из-за этого в своей духовной жизни страдают. Мы должны уразуметь, мы должны прийти к такому пониманию, что мы духовные личности. Если был момент в нашей жизни, когда мы были духовно мертвы в отношении Бога, духовно мертвы. И Библия дает этому определение, что мы духовно мертвы были, и Бог нас животворил. И если эта жизнь пришла в наше сердце, пришло это возрождение, и мы понимаем, в чем это выражается, потому что это первый вздох, это духовный вздох в отношении Бога, как маленький ребенок, который родился, и на этом свете признак его жизни и нормального его состояния, он должен заплакать, он должен крикнуть. Вот точно так же и в нашей жизни, как только приходит в нашу жизнь возрождение, если в своей жизни мы кричали в разные стороны, когда мы были мертвы, мы в разные стороны, на жену, на мужа, еще на кого-то. Но когда приходит возрождение свыше, с первым этим вздохом, знаете, как апостол Павел говорит, Дух в нас взывает Ава Отче, этот вздох Господи. И вот как ребенок растет, развивается в 3-5 лет, и ты понимаешь, если в 5 лет ребенок не делает то, что он должен делать, что-то ненормально. Мы начинаем задумываться, мы начинаем задавать вопрос, а что-то у моего ребеночка не так, он что-то там не говорит или еще что-то. Мы начинаем видеть, что-то не так, мы начинаем переживать. Послушайте, вот точно так же и с нашим духовным рождением мы должны... тоже развиваться. Мы тоже должны развиваться. Это тоже наша часть в нашей жизни, наша часть, в которой мы должны прикладывать усилия. Из-за того, что человек в большей части своей жизни, он выступает союзником со своей плоти. И плоть, как известно, она противится духу. Она не желает духовно возрастать, и она духовно не желает развиваться. Кто-то обратил на это внимание?
Есть кто-то, кто-то заметил это. Есть каждый из нас. И мы должны быть с этим, мы должны быть искренни, и в этом мы должны признаться, что я плотян продан греху. И она упорствует, она не хочет развиваться. Она не хочет развиваться. Моя мама рассказывала за меня, ну, в какой-то степени я тоже упертый был ребенок, и до какого-то времени я не хотел говорить, а потом то, что я сделал, я придумал свой язык, и все, я называл своими именами. И целый процесс времени, я некоторые слова я до сих пор оттуда помню, что я как называл, то есть, но все равно пришлось развиваться, все равно пришлось подталкивать и двигаться в этом отношении. Вот точно так же и духовно. Послушайте, ущипните своего соседа, не больно, скажи, ты не должен стоять. В духе даже ущипни. Не надо, может, так. То скажете, придете домой пощипанный, скажете, что такое? Да пастор сказал, что пощипали, что кто-то может, наконец-то я дождался этого счастливого момента. Я могу теперь это сделать. Вот, и Бог так устроил, ты сидишь возле меня. На, получи, пастор сказал. Да, 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 Мишка, ты попал? Да, вот я жирю. Поэтому, ну, что сделать? Поэтому не стоит останавливаться. Послушайте, стремитесь к тому, чтобы развиваться. Стремитесь. Каким образом развиваться? Включайся в это. Включайся в это. Знаете, я всю жизнь свою занимался спортом с детства. Так, ну так вот получилось, что всегда был в каком-то движении. Это просто с личной практики вот такое свидетельство физическое, но в нем есть отображение духовных вещей. И вот я занимался до какого-то периода времени, когда я покаялся, потом думаю, да не, в этом нету для меня никакого смысла, нету в этом никакой необходимости. Я уже, когда мне говорили, да надо спортом заниматься, я всегда говорил, послушайте, я уже свой отзанимался, вы теперь занимайтесь, в этом нету. А потом то, что я начал замечать. Я молодой, но я замечаю, что у меня какие-то обороты. То есть какую-то работу делаю, я чувствую какое-то ограничение. Даже что-то пройти, какое-то, или какую-то нагрузку получить, я чувствую какое-то ограничение. Ты начинаешь молиться, Господь, ну, как обычно, там, связываешь, развязываешь, гонишь, выталкиваешь, то есть то. А потом ты начинаешь приходить, понимаешь, стоп, что-то не то. И вот если до этого я занимался спортом, на какие-то дистанции легко преодолевал, бегал там или еще что-то, каким спортом одним был связан, нагрузки выдерживал хорошо, а потом я чувствую, нет. И я пришел к тому, что стоп, надо восстанавливаться физически. И для меня это было удивление, что я как сейчас помню, первая дистанция, которую мне надо, я преодолел первую дистанцию, это было, наверное, метров 500, 600 или 700. Когда я километр прошел, я себя чувствовал таким героем. И ничего себе, вот это подвиг совершил. Так я только прошел. Если бы я пробежал, то я не знаю, сколько бы я пробежал, и потом бы, чтобы со мной бы это было. По одной только причине. Физически запущен. Потому что больше времени ты проводишь сидячий образ жизни или стоячий. Минимум мало движешься, и это проблема. Я хочу сказать, вот точно так же происходит и в нашей духовной жизни. Стоит нам перестать усердствовать в отношении молитвы или в отношении поклонения, и вы посмотрите, что в вашу жизнь приходит ограничение. Если время, когда вы можете прославлять на служении, для вас это радостное время, почему? Потому что вы знаете, куда вы идете. Когда человек получает откровение о том, куда он идет и кому он идет, послушайте, тогда мы кричим, как Давид. Когда мне сказали, идем в Дом Божий, вся моя душа, она возрадовалась. Когда ты знаешь, когда ты уже забыл, куда ты идешь, я имею в виду в присутствие Бога, я имею в виду самого Бога. Я озвучу, что я имею в виду. Тогда ты делаешь это с радостью. Вот я заметил в своей жизни, сколько лет я верующий, для себя этот принцип я взял. Я должен развиваться духовно, как поклонник. Я не должен стоять на одном месте. Почему? Потому что, вот так, палец загните. Мишка, ты уже разогнул? Ты должен держать этот палец. Загните так. Это для нас, это смерти подобно.
Если мы останавливаемся, и мы перестаем духовно развиваться, мы перестаем участвовать в духовной жизни, послушайте, для нас это смерть неподобна. И потом, знаете, не вините никого. Не вините никого. Почему? Духовное развитие – это подразумевает наше освящение. Знаете, есть момент нашего искупления. Я не знаю, почему я об этом говорю, но я чувствую, что я должен это сказать. Есть момент нашего духовного искупления. Это тот момент, когда мы принимаем Иисуса как своего Господа. Это простая истина, но послушайте, ее необходимо практиковать в своей жизни. Когда мы признаем Иисуса своим Господом, это искупление. Это раз и навсегда. Это мгновение, которое произошло. Но потом то, что происходит, в нашу жизнь приходит такое понимание, как освящение. Этот момент растягивается на всю нашу жизнь. И в момент нашего освящения большинство благословений, которых Бог имеет в отношении нас, он приходит в наш момент, в период нашего освящения, когда мы реально это начинаем ощущать, и мы это реально видим. Наше искупление, оно озвучивает то, что произошло в нашей жизни. Оно озвучивает. Вы это имеете. Это как кто-то, у кого-то есть деньги в банке. Не надо кричать. К примеру, у вас находятся деньги в банке. Какая-то сумма, может 2 гривны, может 20, может кто-то больше туда положил. У кого-то больше там лежит у вас на счету. Может у кого-то валютный даже счет. Вы знаете о том, что эти деньги у вас есть. Это озвучен, это известно для вас. Тебе известно, Миш? Есть. Но когда ты начинаешь ними обладать, этими деньгами, когда ты идешь и ты снимаешь, каким образом там, или через карточку, или еще каким-то другим способом, ты снимаешь эти деньги. И вот точно так же в нашей жизни. Многие вещи, которые Бог для нас в момент искупления, он озвучил. Но многие вещи, они начинают приходить в нашу жизнь в период нашего освящения. И вот как раз духовная жизнь, это, она тоже в себе заключает, вот этот, входит в период этого освящения. Период освящения – это наше время, когда мы учимся, когда мы приобретаем знания. Почему у нас в церкви есть библейский колледж? По одной только причине. Чтобы улучшить, ускорить наш период освящения. И стоит, допустим, кто-то может сказать, для кого колледж благословения? Те, кто отучились, и для кого колледж благословения? Прежде всего, я хочу сказать, для меня это благословение в чем? В том, что я могу с вами говорить на понятном для вас языке. Для меня это благословение. Ваше освящение – это прежде всего для меня благословение, и это также благословение для вас. Те, кто, допустим, пренебрегают, могут найти множество причин в том, чтобы не освящаться, допустим, не учиться, не молиться, не поклоняться. Можно найти множество разных причин. И вот эти множество разных причин я назову одним словом – лень. Лень. Я ленюсь. Мне, есть такое слово не библейское, мне облом. Вот мне облом. Я не хочу этого делать, я не хочу того делать, я не хочу то делать. Но послушайте, Бог не вырезает и не уничтожает в нашей жизни период нашего освящения. Он прописан. Это то, что освящение должно быть. И правильное освящение в нашей жизни. Почему? Потому что сам Иисус сказал, познайте истину, и она что сделает? Она сделает вас свободными. Мы временами опираемся на искупление, мы говорим, нас Иисус сделал свободными. Да и аминь. Это как деньги, которые лежат в банке. Ты чем всем обладаешь? Это принадлежит тебе, но они лежат в банке. Ты можешь зайти в магазин, посмотреть на какие-то продукты, если ты карточку свою не взял, и ты голодный, и у тебя там лежит, может, миллион. Миллион гривен. И ты пришел, и ты говоришь, послушайте, у меня на карточке лежит миллион гривен. Дайте мне эту буханочку хлеба и вот эту колбаску я съем. Что вам скажут на кассе? До свидания.
Но когда вы обладаете тем, что вы имеете, когда вы обладаете то, что вы имеете, вы уже без никаких вопросов вы приходите на кассу и вы получаете то, что вы хотите. Вот точно так же и наша свобода. Есть та свобода, которая приходит в нашу жизнь через познание. Вот почему не стоит ни в коем случае пренебрегать. Знаете, есть одно место Писания, это в книге Деяний. Если, может, кто-то помнит это место. Одна из церквей была благо... какое-то слово. Михаил, ты должен мне подсказать. Они каждый день разбирали Писание, вникали. Там какое-то вот слово такое, оно, такое мудреное слово. Смысл такой. Оно, может, я найду или вспомню. Но смысл такой. В простоте это слово. Они не были ленивы. Они не были горды. Они не были... Поэтому то, что они делали, они каждый день они разбирали. Почему? Потому что они хотели... получить для себя благословение. Они хотели получить для себя свободу. Сегодня люди из-за своего непонимания или из-за своей линии, они кому готовы отдать свою свободу, чтобы якобы кто-то, человек, помазанник в церкви, допустим, это помазанник, и люди этим очень хорошо пользуются. Они говорят, у меня только эта сила на вашу свободу, или только через меня, через помазанника вы можете получить свободу. И многие люди, они с этим соглашаются. Мы отдаем. У тебя пусть будет все знание, пусть у тебя все будет, и мы получим ту свободу. Как результат, то, что происходит, приходит разочарование. Почему? Потому что процесс освящения мой, он приносит благословение прежде всего для меня. Процесс освящения ваш, он приносит благословение для вас. Кто из вас будет сыт, удовлетворен от того, что вы будете смотреть на меня, когда я буду кушать свой борщ? Кто? Признайтесь. Ну, может, радость вы испытаете, да? Да, радуется, да? Особенно, когда вы сыты, да? Кушайте, кушайте, пастырь. Мы уже поели. Никто не испытывает радости. Вот точно так же и духовно. Не испытывай радости от того, что кто-то чем-то обладает. Стремись к тому, чтобы самому обладать. Стоит какое-то время выделить в своей жизни. В своей жизни. В том, чтобы развиваться, вот развивать дух поклонника. Вот даже сегодня задать этот вопрос. А сколько вы могли бы поклоняться и сколько вы могли времени молиться? Вот здесь многие будут для себя требовать ориентира. Прочитай 7 раз «Отче наш», там еще какой-то прочитай. И он будет видеть для себя эту границу. Мне надо это сделать 7 раз. Но послушайте, 7 раз ты сделаешь. Не всегда это может принести для вас благословение. И обернуться для вас благословением. Почему? Потому что в поклонении и в молитве всегда должна присутствовать жизнь, должно присутствовать сердце. Это то, с чем воевал Иисус. Он выступал против фарисеев. Эти публично молились, одевались, мазались, выходили. Мы молимся. Или как некоторые. Я иду на молитву. Ага, ну иди. Иди. Показать им. Иисус с этим всегда он воевал. Он выступал. Вы, фарисеи, вы, гробы. Почему? Потому что Иисус хотел, чтобы это исходило из сердца. Чтобы в этом присутствовала жизнь. И вот когда ты начинаешь, может, первый шаг ты делаешь, пусть даже искренне, вот просто искренне ты себя приложил в этом поклонении. Вот даже во времени этого ты себя искренне приложил. Ты посмотришь, твои границы, они будут расширяться. Время поклонения, оно, чем больше ты пребываешь в этом состоянии, тем это становится частью твоей личной жизни. Это становится частью твоей жизни, личной жизни. Ты заметишь, что в транспорте ты уже не рассматриваешь, кто в чем одет, или где-то еще в каких-то местах, ты уже начинаешь замечать, что ты нисколько там обращаешь или нисколько там возмущен, сколько ты начинаешь пребывать в духе, в
просто в молитвенном духе. Ты молишься, и ты наполняешься, ты начинаешь получать то благословение, которое у Бога есть для тебя. Я заметил, что большинство, допустим, каких-то духовных переживаний у меня приходит во время молитвы. Есть, когда Бог не связан каким-то местом или моим, но в процентном соотношении это намного меньше, чем то, когда я пребываю непосредственно перед Его престолом, поклоняясь, молясь, просто ища Его лицо, или вникаешь, садишься, приглашаешь Дух Святой к тому, чтобы, Господи, освети свое слово, дай мне просто видеть то, что Ты хочешь мне показать. Я не хочу, чтобы это была буква, которая меня отравит, убьет и разрушит. Я хочу, чтобы это слово, оно меня созидало, и оно меня поднимало, чтобы оно приносило для меня жизнь. И временами сила в нашей жизни, она приходит, знаете, я заметил, я недавно был на молитве, я пришел к такому пониманию, что Бог со мной не разговаривает, как проповедник. Он не кричит. Он говорит со мной спокойно, принося свое, допустим, откровение или какое-то понимание, или какой-то свет. Вот понимание приходит, свет, и с этим приходит. И это все так намного-намного так спокойно. Спокойно. И в этом есть помазание. К чему я веду? Что не всегда, когда на нас кричат в нашу сторону, в этом присутствует помазание. Мы должны научиться, к чему я веду? Мы должны научиться реагировать на тихий голос Бога. Знаете, некоторые как в своей жизни привыкли. Куда я пошел? Реакция. Ты что сделал? И только тогда просыпаюсь. Все, а что мне делать? А что я не то сделал? И вот некоторые точно так же ждут, что Бог точно так же к ним начнет кричать. Сын мой возлюбленный! Шо? Батьку мой! Я не знаю. Нет. К Богу, Бог к Самуилу проговорил. Если бы он кричал, точно понял, что это Бог. Он к нему проговорил, он и не понял. Он прибежал к Илии и говорит, послушай, кто-то ко мне говорит? Он говорит, послушай, пойди сядь. Потому что люди, вот так вот люди привыкли, когда к ним кричат, бье, потому что любить. Это любимое место. Наказывать, значит, я любимый сын. Послушайте, нет. Наказывать, потому что это уже крайность. Поэтому есть необходимость учиться слышать этот тихий голос для того, чтобы он приводил нас в наше движение. Поэтому временем освящения, послушайте, пусть никто не пренебрегает. Кто у нас еще не учился в колледже? Поднимитесь, стукните ногой, чтобы я не краснел. Стукните, да. Ну, стук есть. Почти конница Конева, Буденного. Ну, расстроили. Я думал, одинокий топот будет. Ай. Не ленитесь, будьте мудры. Что я вам могу сказать? Хотите, крикну на вас? Может, кого-то так заведет, чтобы он говорит, а что мне делать? Учиться! Там свобода. Там свобода. Если бы каждый из нас пришел к этому пониманию и увидел, сколько в нашей жизни есть то, в чем мы еще связаны. Сколько еще разных вещей, в которых мы связаны. Нам кажется, что если Бог нас воскресил к жизни, мы как Лазарь, выше каждый со своей гробницы, и здравствуй, Иисус. Но каждый в своих пеленах. Кто в чем? И вот почему истина? Потому что временами, когда в церковь попадаешь, вот знаете, как есть такой момент, когда Иисус говорит, иди за мной. Я всегда говорю, я научу тебя. Я говорю, вот здесь все начинается, все очень интересно начинается. Почему? Потому что, знаете, вот как разные по-разному ходят. Видно, когда идет солдат.
видно, когда идет... Видно, допустим, как идет модель. Видно, как идет танцор. Видно, как идет подтянутый. Видно, как идет алкоголик. Видно, как идет наркоман. И мы можем перечислять. Видно. И вот когда мы начинаем, попадаем в Царство Божие, то первое, чем мы соприкасаемся с культурой. Церковная культура. Каждая церковь, каждое движение, оно имеет свою культуру. И вот в этом и опасность. В том, чтобы не креститься в культуру, как в христианство. Потому что не всегда в культуре христианской есть присутствие свободы. Есть разные церкви. Когда ты попадаешь в какую-то церковь, ты понимаешь, стоп, что-то как-то не то. Ага, надо прославлять так, надо поклоняться так, надо делать это так, надо вот так поступать. Та-та-та-та-та-та. Как один человек приехал, помню, из-за границы. И он с Европы, и он искал церковь. Попал к нам в церковь, и он сидел, правильная церковь или неправильная? Правильная церковь. Вот сидит и где-то покаялся, и вот правильная церковь у кого-то на домашнем. Правильная церковь, неправильная. А потом приходит время пожертвования, и говорит, сейчас время десятин. И говорит, вы знаете, я выдохнула, я поняла, что я в правильной церкви. Потому что настали, сказали, послушай, если десятину собирать, значит, это правильная церковь. А кто-то пришел, а тут на языках молятся. Я думаю, ой, на языках молятся? Неправильная церковь. А кто-то пришел и скажет, они молятся на языках. Значит, неправильная церковь. Почему? Потому что все равно есть своя культура. Вот почему нам необходима истина. Она нас просвещает. Она дает нам свободу. Она дает нам свободу жить даже в нашей культуре, христианской культуре. Вот жить даже в нашей христианской... Вот приносит нам свободу. Это с одним человеком разговаривала женщина. Она говорит, я мужу говорю, пошли в церковь. А он говорит, послушай, це на вашу дискотеку я туда пойду? Она говорит, я ему быстро слово открыл. Послушай, во, написано. Ты читай, бачишь, как надо прославлять Бога? Почему? Потому что человек соприкоснулся с какой-то церковью, и он думает... Знаете, как в том мульте, сказка такая, по-моему, утенок родился без мамы. Утенок или кто, подскажите, кто? Кто, кто? Мамонтен. Я думал, утенок. А? Утенок, да? И вот он родился, вылупился с яичка. И кто? И он за всеми бегает и говорит, мама. Мама, там за теми, за собакой пристал, мама, за, еще за кем-то, мама, помните, или у вас здесь, да? Ну, слава Богу, у меня, правда, не помню, кто, мамонтенок или утенок, ну, кто-то помнит. И вот так временами точно так же, как и в нашей жизни происходит. Мы соприкасаемся, нам кажется, мама, вот это вот так выглядит мама. Это я помню, как Женя у нас, диакон, лидер группы порядка. Он говорит, попал на первое служение. Говорит, я пришел, пастырь, на церковь я смотрю. Значит, говорит, ты сейчас пастырь вышел. И пастырь вышел. В чем я? Жека, я не... ты где, есть где? В чем я был? Жеки нет. Ну, я запомнил, что только в какой-то кофте. И он вышел. О, а что это за пастырь? У меня все всегда пастыря были, они всегда были с галстуком. Это какой-то... Не мама. Поэтому, ну, послушайте, кто-то говорит, вообще не надо одевать галстук, кто-то, наоборот, говорит, что надо одевать галстук, кто-то говорит, вот так вот надо, а кто-то говорит, вот так вот надо. Послушайте, вот что нам надо. Иоанн Креститель вообще не по феншую был одет. Я не знаю до конца это слово. Эта коробка сюда говорит не по феншую. Я думаю, что хочу тоже умно выглядеть. Ну, одним словом, не по фасону. Да. И тем не менее, люди тянулись по одной только причине. Они хотели услышать истину. Они хотели услышать истину. Поэтому не по одежде. Одежда, я не отрицаю, что надо хорошо одеваться. То есть, если есть возможность одеваться. Лучше одеваться, то есть уже как хорошо. У каждого свое хорошо, потому что временами по возможности это хорошо. Есть возможность, оделся хорошо, что некоторых и вроде и возможность есть, но оденутся, как по мне, нехорошо.
Как один человек свидетель говорит, о, таких пиджака только два. И мне так хотелось этот пиджак увидеть. Два пиджака в мире. У одной звезды, и вот у меня этот пиджак. Мне так, я аж замечтал. Думаю, хочу просто увидеть, что это за пиджак. Они слетаются со всего мира, чтобы походить в этих пиджаках друг перед другом. Я когда увидел этот пиджак, я сказал, у нас на секонд-хенде лучше. Что сделаешь? Поэтому вот хорошо, хорошо, вот оно всегда хорошо. Слава Господу. Что у нас времени осталось? Ну, в любом случае, я думаю, что в этом есть какая-то польза. Все, что я сказал, давайте мы отнесем это к практическому христианству. Я начал проповедовать в отношении практического христианства. Практическое христианство. Потому что некоторые до конца не понимают, как можно применить свою христианскую веру в практике. Вот как раз это то, о чем я сегодня говорил, пункты, которые я перечислял, это практическое нашего христианства в практике. В практике. В практике. То, что необходимо, и то, что Бог от нас ожидает и требует, это то, что мы будем истину практиковать в своей жизни. Чтобы в Божьих глазах мы не выглядели нелепо. Давайте всегда будем стремиться выглядеть перед Богом чуть-чуть лучше, чем мы выглядели вчера. А для этого нам необходимо развиваться просто духовно, прикладывать. Прикладывать. Поэтому пусть никто, если кто-то до сегодняшнего момента говорил, о, в этой церкви так долго прославляют Бога или молятся к Богу, у вас еще есть время до утра покаяться. Почему? Потому что если вас Бог сюда привел, это по одной только причине. Он что-то желает сделать через вас и сделать в вашей жизни. Вот сколько церквей. Перед нами церковь. Я сегодня был, на свадьбе присутствовал, и я зашел в разных местах служения. И так как-то внутри думаю, слава Богу, вот так, ну, откровенно, я радуюсь. Я был недавно на встрече, одну с пастырями встретил, говорят, а вы собираетесь? Да. А сколько там церквей собирается? Ну, говорю, церквей 15 собирается. Как? Говорю, вот так. Но я откровенно не могу. Я радуюсь. Почему? Потому что каждая церковь для меня это радость. Там есть люди, я сегодня в одну церковь зашел, посмотрел и сказал, слава Богу, что я сюда не хожу. Зашел в другую церковь. Я искренне говорю, я рад, что они собираются, но, честно, это не мое. То есть это не мое. Они поют, они делают то, что они там делают, но это не мое. Я зашел потом в другую церковь, посмотрел, я рад, что они собираются. Но это не мое. Это не мое. Вот точно так же, сколько женщин в Украине? Ну, слово много. Вас, я думаю, устроит, да? Но я с одной живу. Потому что это моя. И уже долгое время живу. Потому что это понимание, это моя. Может, где-то есть лучше, может, еще где-то, может, есть где хуже. Я не сужу ни о ком, но это моя. Вот точно так же среди множества церквей есть церковь моя. Есть церковь моя. Есть церковь. Вот точно так, как, допустим, к примеру, есть... у кого есть? Ладно, не буду этот пример. Не буду этот, это плохой пример. Не буду. Сегодня не буду, не даю гарантию, что завтра это не скажу. Одним словом, есть необходимость ценить свое место, в которое Бог привел, и, знаете, быть участником, потому что очень легко выпасть. Я недавно встретил одного человека, когда-то он ходил к нам в церковь, а потом, ну, знаете, как разные обстоятельства, я говорю, что взрыва в церкви не должно быть, но некоторые взрываются. Взорвалось, и некоторых снесло. И, знаете, как, есть люди, которые, их нету, и ты говоришь, слава тебе, Господи, я так тебе благодарен, то есть. Бывают такие моменты, знаете, ну, бывают такие моменты, когда ты благодарен, что это произошло. То есть это мое тоже понимание, откровение, до которого я дожил. Потому что временами даже сухие ветви я пытался животворить. И как результат, то, что ты получаешь, сухими ветвями по одному месту. А потом пришел к пониманию, все, что, Господи, ты делал. А вот есть момент, когда такой взрыв, бух, и кто-то
случайно у кого-то оказался на орбите. Потому что когда взрывается кто-то, знаете, есть взрывная волна. И очень важно, когда ты видишь, что человек вот-вот сейчас взорвется, как граната, знаете что, убежать в укрытие. Христос, ты моя башня, потому что этот человек, он начинает как на дрожжах, начинает гу-гу-гу-гу, а потом бабах, сорвался, и кто-то попадает в радиус этого действия, и вместе с этим. И вот я встречаю одного человека, который в радиусе этого человека попал, в радиус этого человека. Встречая его, и у меня есть это понимание, знаете, вот есть у тебя свидетельство, что этот человек сделал неправильно. Ну, бывают у вас в жизни глупые поступки. Вы что-то сделали, а потом об этом жалеете. И вот этот человек, он придет в свое время к этому пониманию, что он точно так же сделал неправильно. Потому что есть люди, которые, знаете, как они, Иуда говорит, что они от начала предназначены сделать какую-то глупость. То есть у них есть определенная роль, и они в эту роль элементарно. А вот есть люди, которые... чисто случайно оказывается. Почему у нас Библия предупреждает о том, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы были внимательны. И вот этот человек встречается так: «Ой, пастырь Володя, здравствуйте». Я говорю: «Здравствуйте, слава Богу. Вы на меня не обижаетесь?» Я говорю: «Не обижаюсь. Я вот сейчас хорошо». Евреи 40 лет ходили. Но в конец прошли. Поэтому не проблема. Ходите. Чем дальше ты ходишь от своего места, от своего дома, тем радостнее будет возвращение домой. Вы со мной не согласны? Библия говорит, читайте историю о блудном сыне. Читайте историю о блудном сыне. Как он радостно рванул со своего дома. Библия до конца не рассказывала, что это притча, сколько ему отец дал, отвалил, и он наполненный, счастливый. Вот, все. Наверное, еще какие-то друзья попали. Да что тебе в этом родительском доме? Да что ты тут? Ты тут как батрак. Да у тебя там такое будущее, а такая перспектива, у тебя такое призвание. И вот он рванул свое призвание. Время пришло, когда все, чем обладал, обычно такие люди, всем, чем обладали. Время о том приходит, если был момент, когда ты радовался, Господь живой, Бог царствует, аллилуйя. Ты думал, надо потише говорить во имя Иисуса, потому что если скажешь громко во имя Иисуса, стены попадают. Ты обладал силой, а потом время проходит, когда у тебя не то, что силы. Ты уже как такой хуже атеиста. Хуже. Потому что Библия говорит, что отступник, он должен насытиться. Отступничество, оно всегда с чем-то связано. Оно связано с тем местом, в котором ты должен находиться. Он должен насытиться от своих путей. И вот блудный сын, знаете, он, наверное, с большей радостью возвращался назад, чем уходил оттуда. Почему? Потому что когда мы не в своем месте, мы начинаем ценить то, чем мы обладали. Вот и при жизни, вот точно так же. Стоит кому-то из супруга умереть, или, допустим, родители, и ты потом, я так мало что-то сказал своему отцу или своей матери. Я так мало проводил время со своими родными. Я так мало проводил. Человеческая натура. Необходимо научиться сегодня ценить и сегодня благодарить. Сегодня один пастор мне позвонил, я был на молитве, мы с ним разговаривали с Украины. И он говорит, мы общались, я говорю, ты знаешь, что я сейчас сделаю? Что? Сижу и благодарю Бога за то, что вообще есть в моей жизни. Вот то, что есть. Я уже пришел к тому, что мне не надо ни больше, ни меньше. Вот все то, что ты, Бог, имеешь для меня, вот ровно этого для меня и достаточно. Приходит чего-то больше, начинаешь мучиться. Меньше опять начинаешь мучиться. А вот когда у тебя есть понимание, уже понимание, ты к этому пришел. Все то, что есть, Господи, это твое, это для меня, и ты в этом входишь в покой. Это называется, знаете как, счастье, блаженство. Поэтому верю, что Бог нас приводит в состояние блаженства. Приводит нас в состояние понимания. Когда лишь спасибо. Господь, я благодарю Тебя. Это уже служение благодарения начинается. Давайте мы остановимся, преклоним наши головы. Поблагодарим нашего Господа.
За то, что мы сегодня часть церкви, за то, что сегодня у меня есть дом, за то, что сегодня, кем бы я ни был, как бы я себя ни чувствовал, я сегодня в доме Твоем, мой Господь. Отец, я благодарю Тебя за сегодняшнее время, за эту возможность, которая дарована Тобой, по Твоей великой милости. И мы можем сегодня собираться, мы сегодня можем искать Твоего лица, мы можем сегодня учиться от Тебя, мы сегодня можем восхвалять Тебя и превозносить Твое Слово, которое Ты поставил выше всего. Мы сегодня можем учиться, мы можем сегодня сказать, мы искуплены. Мы сегодня освящаемся через Тебя и Тобой, Господь, и каждый день приход Твоей славы, приход Твоего обновления, приход Твоей силы в нашу жизнь во имя Иисуса. И весь народ да скажет: Аминь.